Ребят, расскажите, почему в первом тайме вы пропустили много, да, а потом во втором тайме наигрывали обратно? Ну, у нас это уже постоянно так происходит. Мы очень долго вкатываемся в игру. То пока поддержим мяч, пока кто все почувствует мяч. Поэтому, наверное, этим и обусловлено. Ну, еще касается, нету ключевого нашего игрока, через которого вся игра проходит. Ну и перестроились по другую тактику, тяжело было в начале. Да, я знаю, что у вас сегодня отсутствовало два игрока, это Тимур Гусейнов и ваш капитан. А причины их отсутствия? Перебор желтых карточек. Также. Как без них играется? Тяжело или вы как-то нашли способ их заменить не болезненно? Ну, сначала непривычно было. А потом уже, когда уже в игру катились, то уже почувствовали мяч, уже стали по-другому играть и уже пошла игра. Ну, все игры изначально начинались с ними, но перестраиваться очень тяжело было. Но потом уже ко второму тайму привыкли. Ну, теперь-то в четвертьфинале они же будут уже? Да, да, конечно. То есть мы увидим тот университет, который мы видели на групповом этапе, который будет бороться и выносить? Да, конечно, я думаю, да. Мы будем воевать! Спасибо вам большое, ребят, с победой!